флагмана отечественного. Известный писатель и травник Рим Ахмедов вот уже более 40 лет занимается изучением целительных свойств растительного мира. Признается, что когда ему предложили остаться в Москве, отказался, тянул в родные края. Когда учился в Москве, работал на телевидении, просили остаться на телевидении, но променять Уфу на Москву я не мог. Тянуло, потому что и отец с матерью здесь, и родные стены. Вырос, родился. Уфа растет, она молодеет, она становится все лучше и лучше. Последние книги, особенно по траволечению, то, что это служит людям, помогает людям, это моя жизнь, это мое счастье. Сегодня Рима Ахмедова вместе с 6 выдающимися уфимцами наградили почетной грамотой городского округа город Уфа за вклад в развитие столицы. Немало лет проработала в городе Караганде, вернулась в свой родной город. Город очень изменился, покрасовел, улучшился. Хорошо выглядит, архитектурно тоже очень изменилось. Еще 15 человек удостоены почетной грамоты Совета городского округа. Мы здесь собрались для того, чтобы отметить самых лучших, одних из самых заслуженных жителей нашей Уфы, которые своим трудом, своей работой вносят те улучшения в жизнь нашего города, которыми пользуются все наши горожане.